Всем добренького утречка. У меня остался маленечко кефира. Йогурт вот никто не кушает. Творожок. Вот тут молоко скисшее тоже. Вот уже простоквашка. Сейчас мы сделаем творожные оладушки. Так, йогурт положила. И творожок теперь. Это десерт такой, йогуртовый, что ли, такой вот. И творог сейчас открою. Так, сюда же отправляем 3 яичка. Сахар. Так, ну давайте на такое количество. 3 вот так. Соль. Даже маленько. Так. И размешаем сейчас. Как следует промешаем творожок весь, добавим муки, пробью творог блендером, чтобы он не был крупными крупинками, а чтобы была однородная масса. Добавим разрыхлитель, пачечку. Тоже его блендером сделаю, чтобы он по всему... О, пошел, пошла реакция. Кефиром с творогом реакция пошла. Теперь добавляем муку. Нам нужно крутое, достаточно крутое тесто нам нужно. Мука у всех разная, поэтому... Будем ориентироваться на густоту. Так, я уже 7 ложек положила. 8, ну давайте 9. 10 и помешаем, посмотрим, достаточно или нет. Что-то мне говорит, что нет. Хотя уже и достаточно. Уже и достаточно. Добавим маленечко масла для эластичности. Чуть-чуть немножко. Будем вымешивать. Такое получилось у нас тесто на помпушке. Видите, оно почти не падает. Вот так вот. Такое крутое должно быть. Такие помпушки можно сделать внутрь с начинкой с сыром. Так, что мы? Берем сковородку, наливаем туда маслица. И будем обжаривать наши помпушатины. Нагреется. И вот так их выкладываем. Конечно, я делаю это 2 ложками. Неудобно. С 1 ложки снимаю, 2 ложкой помогаю снимать. Так вроде тоже хорошо.
все, и даже можно накрыть крышкой, обжаривать под крышечкой, чтобы они пропеклись именно, эти оладушки творожные, творожные оладьи. Делаем. Вот такие красивые. Крышечкой накрываю, чтобы они прожарились внутри, потому что тесто достаточно крутое. Под крышечкой они еще и поднимаются. Ну что, снимем пробу. Саладушка. Горячий какой. Так, разломить надо. Горяченный. С пылу с жару. Ну вот он весь пропекается. Весь вот такой мягенький, воздушный. Прям. Со сметанкой. Очень нежное тесто получается, творожное, и очень вкусное. Это не сырники, я их называю или творожные оладьи, или творожные пампушки, смотря какой формы сделаем. Можно делать маленькими пампушечками. Очень вкусно. А можно делать оладушками. Вкусные получаются. Делайте быстро и просто. Самый вкусный субботний завтрак. Девчонки встанут, наедятся. Все. Мне больше нельзя. Один. Такие красивые пампушечки, оладушки, не знаю, как их получаются. Получились. Девчонки уже завтракают. Все, сейчас последние три оладушка сниму. Еще пусть маленько. И пойдем дальше другими делами заниматься. В огород надо мне с огурцами разобраться, что там подвязать, не подвязать. Вот. Вот такая вкуснятина получается. Готовьте с удовольствием для своих, для любимых. Самый вкусный завтрак. Творожный.